Там рядом находится село Иванян. Иванян, ну кто знает, это бывший Ходжалы. И вдруг осенила такая мысль, я говорю, давай да, заедем в это село. Покажем, да, это село, потому что я там раньше как-то слышал, что говорят, армяне там все разрушили, все сожгли, там, короче, поле. Есть место, да, где кладбище, да, азербайджанское кладбище, где они хоронили. Там есть и разрушенные памятники, есть и целые памятники, да. Я еще раз, да, говорю, если кто-то бы специально шел бы, ломал, то за это время могли бы сломать все. Разве я не прав? А сломаны они потому, что там были боевые действия. Туда падали снаряды. Понимаете? Хотя там рядом проходит дорога. Рядом проходит дорога. И могли, и знаете, эта дорога делает крюк, огибая это кладбище. Выгодно было бы сделать напрямую, прям по кладбищу. Прям по кладбищу, да, надо, там крюк делается, да, вот чтобы выехать, ну, в нужном направлении, надо огибать это кладбище. Мы могли бы сделать прям по кладбищу дорогу, но никто этого не делал. Никто это кладбище не трогал. Вот это я хотел сказать. В конце концов, у нас хоть такое кладбище есть. Вот такое сохранилось. И это только случайно, случайно. Я если специально ничего не искал. Все, вот это я хотел сказать. Это я хотел сказать. После подписания Голестанского и Туркменчайского договоров в 1813 и 1828 годах армяне стали массово расселяться на азербайджанских землях. Став нацменьшинством, они начали разрабатывать планы политической экспансии. В 1920-х годах на горной части Карабаха был дан статус автономии в составе Азербайджана. Однако в таких административных рамках, что армянское население оказалось в большинстве. Таким образом, внутри Азербайджана появилась искусственная административная единица. В то время, как более чем полумиллиону азербайджанцам, компактно проживавшим в Армении, было отказано в аналогичном праве. Нарушив все международные нормы и принципы, а также действовавшие на тот момент советские законы, в начале 1988 года Армения начала осуществлять агрессивные действия против Азербайджана. Целью была реализация долгосрочного плана по одностороннему выводу административной территории из состава республики и ее присоединению к Армении. В конце 1991-го, начале 1992 года вооруженные действия против Азербайджана усилились. Хаджалы, город в Нагорном Карабахе, с общей площадью 0,94 квадратных километров и населением в 7 тысяч человек, состоящим в основном из азербайджанцев, был целью одной из таких операций. Здесь располагался единственный в регионе гражданский аэропорт, поэтому Хаджалы считался важным транспортным центром. В октябре 1991 года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение. Единственным средством связи остались вертолеты. После того, как на Шушой сбили гражданский вертолет, в результате чего погибли 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992 года город существовал без электричества. Хаджалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников. Оккупацией Хаджалы армянские силы стремились получить стратегическое преимущество и благоприятные условия для взятия других городов Нагорно-Карабахского региона. Сам же Хаджалы планировалось стереть с лица земли, так как в Хаджалы и его окрестностях сохранились историко-археологические памятники, принадлежащие азербайджанской культуре. Чрезмерная жестокость агрессоров была преднамеренной. Цель этого акта устрашения заключалась в том, чтобы сломить дух азербайджанцев и получить психологическое преимущество в последующих военных операциях. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и военизированные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали штурм города.
Организаторы прекрасно знали об отсутствии в Хаджалы серьезных вооружений и укреплений. Но несмотря на это, город предварительно подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Когда начался штурм, около 2500 остававшихся в городе жителей попытались выбраться из окружения. Армения заявляла о якобы оставленном открытым гуманитарном коридоре для мирного населения. Однако вскоре стало ясно, что коридор – не что иное, как засада. Спасающихся бегством людей расстреляли с армянских военных постов, установленных заранее, либо захватили в плен около деревень Нахчеванлы и Пирджамал. Многие, в основном женщины и дети, умерли от обморожений, пробираясь через горы. Лишь немногим удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории, города Агдам. Нет сомнений, резня в Хаджалы стала самой кровопролитной в Нагорно-Карабахском конфликте. В целом, штурм и взятие города унесли жизни 613 жителей, включая 106 женщин, 63 детей и 70 стариков. 1275 человек взяли в заложники, а судьба 150 до сих пор остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. В течение той трагической ночи получили ранения 487 хаджалинцев, включая 76 детей. 8 семей были полностью истреблены. 130 детей потеряли одного, а 25 – обоих родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью. Им выкалывали глаза, обезглавливали, сжигали заживо. Беременным женщинам вспарывали животы. Один из идеологов хаджалинского геноцида, Серж Саргсян, впоследствии ставший президентом Республики Армения, признался в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу. «До Хаджалы азербайджанцы думали, что могут шутить с нами. Считали, что армяне не поднимут руки на гражданское население. Нам удалось сломать это...» Безусловно, это стало невиданным примером изменения стереотипа даже после многочисленных войн, которые знала история человечества. К сожалению, геноцид в Хаджалы не стал единичным случаем. Фактически, тот уровень жестокости и зверств стал своего рода стандартом, который еще неоднократно демонстрировали армянские войска в течение Нагорно-Карабахской войны.